Всем привет! Вы на канале Криптобум. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня у нас на обзоре будет такой проект, как WaCo. Итак, что такое WaCo? WaCo – это решение, направленное на интеграцию потребителя с приложениями WaCo в систему цепочки отходов. Благодаря WaCo потребители получают выгоду при утилизации отходов. Идея состоит в том, чтобы вознаградить пользователей токенами криптовалюты после успешной утилизации их отходов. Взамен от потребителей будут получены важные данные, такие как модели клиентов, накопленные и обращения с отходами, а также наличие утилизированных продуктов, которые можно использовать в промышленности по переработке. Информация, полученная от потребителей, может быть использована заинтересованными сторонами, такими как перерабатывающая промышленность, производители потребляемых потребительских товаров и государственные органы, отвечающие за политику сбора отходов. Проект WaCo фокусируется на многих различных уровнях воздействия от социального, этнического, экологического и образовательного воздействия, с одной стороны, до возможностей для бизнеса и отходов с другой. С одним большего взаимодействия все цели синхронизируются в одном направлении устойчивости. WaCo стремится обеспечить беспроигрышную ситуацию для каждой стороны, участвующей в проекте. Данная компания предлагает такие услуги, как отслеживание отходов в реальном времени. Блокчейн позволяет отслеживать отходы прямо в режиме реального времени. Также это революционное управление отходами с помощью технологии блокчейн. Никто не возненавидит идею получить вознаграждение за вывоз мусора. И утилизация отходов. Вывоз отходов – это событие, которое происходит, когда отходы переходят от потребителя к сборщику. WaCo дает такое решение, как революционное управление отходами с помощью технологии блокчейн. Решение WaCo проведет и ребрендинг сектора управления отходами с использованием технологии блокчейн, поскольку интеграция блокчейнов позволит правительству и другим членам экосистемы отслеживать управление отходами. Благодаря интеграции технологии блокчейн можно легко управлять перемещениями отходов от источника до конечного пункта назначения. Система управления отходом разделена на несколько разделов, поэтому ни нравственные, ни заинтересованные стороны не могут контролировать все этапы. Таким образом, данные являются общедоступными, не подлежат изменению и не подлежат опровержению. С помощью системы отслеживания отходов, утилизация отходов отслеживается на каждом этапе процесса. Система состоит из приложения и базовой системы ВТС. Приложение ВТС – это инструмент взаимодействия между потребителями и основной системой блокчейна. Основная цель ВТС состоит в профилировании вклада, вознаграждения и усиления действий тех, кто систематически разделяет свои отходы и таким образом вносит свой вклад в защиту планеты. Вот такая вот довольно интересная эко-компания. Посмотрим, что у них получится. А вы переходите на сайт, ознакомьтесь, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.